Что, дорогие друзья, всем привет! Мощнейший видос подъехал, вам обязательно он понравится, смотрите его до конца, в середине ролика вас ждет мощнейший бонус, обязательно смотрите ролик, не пропускайте ничего. Я покопался немножко, ребят, в настройках ноутбука, опять, я каждый день настраиваю его, и, скорее всего, вот это будет максимальное качество, которое я смогу выдать на прямой трансляции. Есть определенные микрофрезы, подлагивание, микрофон где-то барахлит, и многие мне об этом пишут, что у тебя со с качеством. Друзья, вы должны понимать, что я нахожусь не дома, у меня нет компьютера, у меня нет того оборудования мощного, которое было в студии, я пользуюсь ноутбуком, и не вытаскивает он, к сожалению, это не потому, что я не могу сделать это, потому что, ну, нет у меня на это сейчас возможности. Поэтому, ну, потерпите, это лучше, чем ничего. В общем, усаживайтесь поудобнее, я вам сейчас кое-что покажу интересное в игре. Но прежде чем мы перейдем, я хотел бы поблагодарить всех тех, ребята, кто присоединился к сбору средств. Если кто не в курсе, мы с Серегой Аурумом делаем сейчас сбор средств для помощи пострадавшим от войны в Украине. Друзья, к нам много разных волонтеров обращается, много кому нужна помощь, много нужно средств на это все. Но мы сейчас задались целью вот помочь данной организации, которая делает сбор для города Харьков. Мы уже собираем целую неделю средства, их не так много, но мы все равно продолжаем делать сборы, не в зависимости от того, сколько люди донатят. 17 апреля мы закрываем полностью сбор. Через пару дней я покажу все отчеты поступлений, которые от вас были. В описании указаны реквизиты. Кто хочет присоединиться, обязательно тоже присоединяйтесь. Любая сумма приветствуется. Нет никаких ограничений, поэтому это добровольно, но я рекомендую всем присоединиться. В описании указаны реквизиты, кошелек и карта Аурума, а Donation Alerts мой. Поэтому я каждый день не пишу Ауруму, чтобы он мне постоянно скидывал скрины, потому что на Киви кошелек приходит много разных мелких донатов, надо каждого номер замазывать. Мне проще это сделать потом, одним разом, поэтому если кто задонатил и не увидел свое сообщение в видосе, не переживайте, смотрите обязательно все ролики, я в одном из видео покажу все донаты. Ну вот одни из них, кстати. Вот на Donation Alerts. С 11 числа я не показывал донаты. Вот, вот этот донат. И вот эти все донаты были от моих подписчиков. Валюта доллары. Вот, эти деньги все мне выводятся на Киви кошелек. Вот этот Киви кошелек. С 9 апреля мы начали сбор. Вот вы видите все средства, которые поступали мне на Киви кошелек с Donation Alerts. Видите, суммы небольшие. Но это еще не все. Там еще немножко приходит Сереге на Киви кошелек. И вот... вот эти средства еще приходят на карту. Хотел отдельно поблагодарить Алексею Юлию Евгеньевну, которая задонатила 1400 гривен. Это самый крупный донат из всех. Огромное спасибо. Ни одна копейка не пойдет куда-то в другое дело. Все средства, которые были задоначены, все пойдут только на гуманитарную помощь. Можете в этом не сомневаться. Помимо того, что вы задонатили, мы еще с Серегой до 17 числа сделаем свой взнос. Поверьте, перебьем все ваши донаты, потому что ну, этого очень мало, то, что задонатили. Поэтому, если кто хочет присоединиться, в описании реквизиты. А теперь, друзья, поехали в игру. Ребзики, я сейчас нахожусь на основном аккаунте. В игре кое-что добавили интересное, и я провел опрос в группе, хотели бы вы... Короче, давайте я сейчас открою магазин, и вы все сами увидите. Просто вы посмотрите, класс, офигеть. Редкий значок, эпический набор значков, я сейчас... Офигеть, капец, я первый раз вижу такой эпический набор значков, который зелененький. И скин на Белль. Но это не все акции. Смотрите ролик до конца. Не пропускайте ничего, потому что я вам сейчас еще кое-что интересное покажу. Обязательно. Потому что я сейчас перейду на другой аккаунт и покажу вам, что там. Хотя давайте сначала перейду, а потом мы зайдем на основу и я куплю акции. Кстати, там... еще один интересный моментик. Я думал, я смогу это сделать у себя на основном аккаунте, но по идее не смогу, потому что не все скины присутствуют из этой коллекции. Давайте сначала зайдем на твинка, потом перейду на основу и кое-что вам покажу. Смотрите, не пропускайте, надеюсь, все улавливаете. Поехали на твинка. Так, друзья, смотрите, захожу на твинка. Здесь вы у меня на аккаунте видели на Белль скин за 5 долларов, но посмотрите, что на твинке. Я надеюсь... если подлагивает, то не сильно. Я прошу прощения, если подлагивает. Я видео буду записывать в будущем в нормальном качестве. Заходим сюда. Вот, посмотрите, какие здесь акции. Здесь продается Макс плюс скин на Макс. И продается Белль плюс скин на Белль. Это намного круче акция. И я буду разыгрывать ее у себя в Телеграме. Я провел опрос в Телеге и говорю, спросил, ребята, вы хотите конкурс? И многие поддержали.
Естественно, я это делаю только исключительно для того, чтобы, ребята, вы тоже присоединились к сбору средств. Смотрите, какие условия, чтобы участвовать в конкурсе, если вы хотите забрать вот эту акцию. Все очень просто. Поставить лайк, подписаться на канал. Далее, смотрите, заходим в мою телегу, ссылка в описании. И здесь есть моментик, вот, пост, он опубликован сегодня. Видите, вот, пост «Хочу акцию». Просто нажимаете «Хочу акцию», и вы становитесь участником этого конкурса автоматически. Вам бот автоматически выдаст, определит вас победителем, и мы выдадим вам приз. Результаты тут все написано, когда будут, поэтому залетайте в телегу, участвуйте. И второе условие. Ребят, ну присоединитесь к сбору средств, пожалуйста, минимальной суммой, любой. Я не поверю, что у кого-то не найдется рубля пожертвовать. Я просто смотрю, участвуют в конкурсе там по 11, по 12 тысяч участников, а задонатили на гуманитарную помощь там 100 человек. Ну это ничтожно мало. Если бы 11 тысяч человек хотя бы по одному доллару скинули, это было бы 11 тысяч долларов. Ну по рублю 11 тысяч рублей, по гривне 11 тысяч гривен. Ну... задонатьте минималку хотя бы. Опять же, эти средства я прошу не для себя, не для компьютера, там, не на планшет не собираем. На очень важное и доброе дело. Пожалуйста, присоединитесь и надеюсь, что мы до 17 числа соберем как можно больше средств для помощи. Ну что ж, эта акция, $15 улетит кому-то из вас. А теперь погнали на основу. Немножечко подлагивает, я это все вижу, друзья, я это все понимаю, но... я хочу реально проверить, вот сейчас реально не Full HD, а HD качество записывается, поэтому я хочу прямо посмотреть, как я буду стримить, если вдруг буду с таким качеством. В общем, я сейчас куплю этот скин, куплю вот эти пин-паки, мне очень интересно, что там внутри. Или, может быть, их... Что это реально за эпический набор такой? Что это за эпический набор такой? Я прям не знаю. Давайте немножко закинем гемов. Итак, есть... мы закинули гематиком немножко. Кто хочет тоже донатик, залетайте в телегу бесплатно, совершенно. Ну как бесплатно? Пожертвование добровольное, но... я считаю, что если одну гривну, один доллар, там один центик, один рубль внести, это... ну это не серьезно, поэтому... пожалуйста, сделайте это, и вы будете участвовать в крутом конкурсе. Так, ну что? Я покупаю скин на Бель, поехали. Ой, хочу вам показать эту анимацию, вы посмотрите. Ой-ой-ой, ребята, кто-то из вас получит и персонажа, если у вас нет персонажа, и сразу крутейший на него скин. Но если у вас, допустим, уже есть персонаж и продается только скин, тогда вы будете в плюсе еще на $10. То есть вы получите $5 на скин, купите, и еще $10 у вас останется. Сможете, допустим, макс купить. Да, куда угодно сможете потратить, а сможете выигранные деньги так вообще пожертвовать обратно. То есть это тоже как бы принимается. Я надеюсь, что мы отобьем, точно перебьем бюджет этого конкурса. Поехали. Кстати, если вы сейчас полетите и будете нажимать «Хочу акцию», и у вас не будет иконки, что вы участник конкурса, не волнуйтесь, просто бот не успевает обрабатывать ваши сообщения. Раз нажали, вы автоматически стали участником. Ну что, полетел, родной? Блин, лагает все равно, черт. Неприкольно, лагает неприкольно. Прям ноутбук уже перегрелся, я не знаю. Скин с биокупола. Смотрите прикол, который я вам хочу показать. Если вы купите все скины с биокупола, то появится секретный пинпак. Сейчас я вам покажу, какие пины вы получите, если все скины соберете. Вот, друзья, посмотрите, какие пины вы получите, если соберете все скины и купите все скины. Вот такие вот пины на каждого бравлера вы получите. Это секретный пинпак, но видите, я не могу его получить, потому что у меня нет этих... ой, не то. У меня нет этих пинов в магазине, поэтому я, к сожалению, точнее, скинов, я не могу их всех купить. Так, ну что, давайте купим вот эти пинчики. Мне очень... боже, я первый раз вижу эпический набор редким. Ну что ж, покупаем редкий значок за 29 гемов, да, для начала? Мистер Пи, и у нас эпический набор значков. Ну что ж, давайте возьмем его. Блин, черт, я... ай, чуть-чуть не хватает, 4 гема. Жесть, придется еще донатить. Так, есть, купили. Ой, какая боль работать на ноутбуке, боже, какая боль. Так, не понял. А, фух, думаю, где гемы. Так, ну что? Ребят, я не знаю, я первый раз вижу этот набор значков. Что за прикол? Ну давайте. Смотрим. Раз, два,
Три. Пум-пум-пу-пум. Ни одной пин у нас не выпал со звездочкой. Это типа считается самым редким. Блин, ну чё, это работало нормально. Сейчас давайте посмотрим теперь на скинчик. Так, ну у меня Белл на 960 трофеев, ребят. Я прям не знаю. Если я сейчас пойду в бой, я 100% солью. Я даже не знаю. Или попробуем сыграть одну каточку. Меня, правда, подлагивает. Боже, какой красивый скин. Вообще, прикольные скины у разработчиков. Так, ну что, я рискну пойти в бой или не рискну? Я просто боюсь, что будет очень сильно лагать. Ну давайте рискнем, пожалуйста, не ругайтесь, если будет лагать. Я никак не могу на это повлиять. Видосы я, скорее всего, буду записывать уже в дальнейшем в нормальном качестве. То есть я буду отдельно записывать вебку, отдельный экран. Вот, так что не переживайте, будет Full HD качество, без лагов. А вот стримы, не знаю, ну вот такое вот мучение может быть. Ну, по-другому никак. Блин, такой долгий подбор, 960 кубков. Ну, мы сольем, скорее всего, потому что однозначно будет подлагать. 6, подобралось, поехали, друзья, подобрались соперники нам. Так, небольшие задержки, полетели. Так, я на Белл. Не знаю, ребят, честное слово, не знаю. Я уже как настройки не настраиваю. Меня нифига не получается сделать, чтобы работало все идеально, как часики. Просто нифига. Мало того, что интернет, да, не самый скоростной, так еще и ноутбук, блин, не хочет тянуть. Капец, я думал, что ну хватит этих характеристик для того, чтобы записывать Brawl Stars просто. Не, нифига, просто какой требовательный OBS, AR-сервер и так далее. Честно, меня аж подгорает от этого. Так, ну мы проигрываем. Естественно. Естественно. Так. Да. Ничего мы сделать не сможем. Против нас тима, которая сыгранная. У нас рандомный какой-то пик. Плюс я. Первая катка, я играю так, знаете. Давно не играл. Сразу на высоких. Боже, какая дичь. Меня аж в пот бросает всего. Ну, ладненько. Ничего страшного, я думаю. Наша цель затестить скин, а не апнуть кубки, да? Я убью хоть кого-то сегодня? Да. Токсики крутятся. Так. У меня, наверное, еще и микрофон барахлит, когда подлагивает. Не знаю, буду пересматривать. Ну, опять же говорю, дальше видосы будут нормально. А что это за режим такой? Коктейли падают или что? Минус 10, да пофиг. А что это за режим? Я не понял, что... Откуда там у него рейдж появился? Это какой-то новый у него гаджет? Или что это было? Я не понял. Рейдж у меня появлялся. Нифига я не понял. Напишите в комментариях. Короче, друзья. В общем, такие вот акции сейчас в игре. Они совершенно бесплатно для вас. Вот. Единственное, что я прошу вас не оставаться в стороне. Обязательно участвовать в поддержке фонда. Это очень важно. И у нас не один фонд. То есть мы, когда закроем этот сбор, отправим помощь на Харьков. У нас еще много разных запросов есть, чтобы мы... То есть есть куда тратить на помощь. Поэтому мы будем собирать до тех пор, пока этот весь ужас и кошмар не закончится. В любом случае, это все дело добровольно. Никто никого не заставляет. Но я об этом все равно буду говорить, поэтому... А вы сами принимайте решение, если у вас есть желание, присоединяйтесь. Хочу сказать огромное спасибо всем неравнодушным, кто присоединился. Безумно приятно. И в скором времени мы дадим вам отчеты. На этом все. На телегу подписывайтесь, участвуйте в конкурсе. Результаты будут в воскресенье выбраны автоматически. Бот автоматически выберет троих победителей. Мы им выдадим приз в денежном эквиваленте. И Белл получите, и скинчик такой вот мощный. Ну и, конечно же, вот такие вот пины, если вы собрали всю коллекцию. Слушайте, ну, пинчики прикольные. Я столько скинов пропустил, что вот эти все скины уже выходили? Спраут, Роза, Мистер Пи, Эдгар, Мэг. А, ну Рикошет, да, Рикошет я могу забрать, Спраута могу забрать. А вот остальных нет, остальных у меня в магазине, к сожалению, как видите, нет. У меня только он Спраут есть, вот. Ух ты, прикольно, он переворачивается. И чё, вот так он бегает? Ля, прикольно. Прикольная обнова, но мне она запомнилась немножко другими событиями. Ух, так что я... Вот эти все моментики со скинами там и акциями уже пропустил. Ну,
на подходе следующая, новая, поэтому надеюсь, что мы ее заценим уже вместе с вами. Все, спасибо за просмотр. Надеюсь, видос вам понравился. Следующее видео буду записывать, надеюсь, без лагов. Все никак не могу дойти до идеальных настроек, чтобы запустить прямую трансляцию. До новых встреч, друзья. Спасибо, что смотрели.